С 1 по 8 апреля городская власть, депутатский корпус, представители лесхозов, областных организаций охраны окружающей среды, молодежи и общественности вносят свою лепту в воспроизводство лесов. Высаживают деревья, благоустраивают и убирают лесной фонд, показывают пример отношения к главному природному богатству Беларуси. Присоединилась к неделе леса и Брещина. На днях на территории Чернавческого лесничества проходила высадка хвойных деревьев. Здесь, кого вы видите, это и молодежь, да, и представители депутатского корпуса и администрации. Ну, все хотят показать своим трудом и примером, да, что надо это делать. Вот, понимая, что это экологическая акция, вот, наверное, каждый должен быть как минимум не безразличен, да, и неравнодушен тому, что он делает. И тоже поучаствовать в этой акции республиканской. Мы сегодня, наверное, одни из первых, да, которые вышли потрудиться в лесу. Посадка дерева – это как родить сына. Это то, что, наверное, должно быть от души. Если ты плохо посадишь, да, растение может не вырасти. Поэтому, если ты делаешь это с душой, то, конечно, со временем даст отдачу, как и растить детей. Если ты в них вкладываешь, да, дети растут умные, красивые и умные. Поэтому точно так и деревья. Прежде чем посаженные годовалые саженцы превратятся в могучий сосновый лес, пройдет порядка 8 десятилетий. Только после возраста спелости может производиться сплошная рубка. На этом участке, а место выбрано не случайно, высаживаются более 3000 саженцев сосен и берез. Здесь были насаждения повреждены вершинным короедом. Вершинным короедом и корневой, потом как впоследствии уже корневая губка. И при полноте меньше чем 0,5 мы вырезаем, делаем сплошную санитарную рубку, выбираем те больные деревья, которые погибли, и, скажем, потом делаем обработку почвы, вот как вы сейчас видите, и высаживаем молодые деревца. На этом месте высаживаются сеянцы сосны и саженцы березы. Уже не первый год сотрудники Брестского горосполкома и депутатский корпус высаживают деревья. Ведь личный вклад – это лучший пример, так считает каждый из них. О сохранении и приумножении лесных богатств нашей страны – дело правильное и необходимое. Делаем хорошее, нормальное, нужное дело. Что такое посадить дерево и дать начало новой жизни в природе? Это дорого стоит. Почему? Потому что за этим дальнейшее развитие, развитие леса, развитие города, развитие нашей страны. Лес, не зря говорят, наше богатство, да, и уверен в том, что вот эта акция, которая проходит, она будет не единичная. В период таких мероприятий мы вот такие пятна, которые по каким-то определенным объективным причинам выпадают из нашей экологии, да, то есть мы таким образом восстанавливаем. И вы знаете, замечательно, что работники городского исполнительного комитета, вот, мы сегодня принимаем участие в этом мероприятии, и, ну, это определенный момент, еще тоже сближение коллектива определенное, да, то есть, ну, и в то же время на свежем воздухе, ну, в прекрасной обстановке, несмотря на вот этот дождик весенний, который в том числе поможет увлажнить почву и вот этим деревцам даст, наверное, дорогу в жизнь. Хорошее настроение и лесной воздух стали не последними факторами плодотворной работы. А через несколько десятков лет, благодаря дружной слаженной работе, на этом самом месте вырастет красивый смешанный лес, который будет радовать каждого, кто захочет его посетить.